Ну что же, у нас есть вот такое колесо, и я хочу показать вам, как можно с помощью вот такого специального устройства, это устройство так и называется, устройство для балансировки колес. Раньше оно выпускалось во время Советского Союза, я нашел в интернете, продавался бэушный, совсем недорого купил. Значит, в чем его суть? С помощью него очень легко делать статическую балансировку, но можно и динамическую. Это тут есть с двух сторон конусы, поэтому можно делать и динамическую балансировку. В этом видео показываю статическую, но будет затем и динамическая балансировка. Что необходимо сделать? Необходимо прикрутить. Самое важное, чтобы вот эта гайка, она с той стороны прикручивается, чтобы она могла центровать, то есть чтобы вот этот ваш диаметр, у меня 51, чтобы он как раз заходил в эту гайку, центровал, и если вдруг не подошло, у меня вот стандартно не подошло, был немножко меньше, необходимо сделать больший конус или сделать другую гайку, но это важно делать только на станке. Просто болгарка не подойдет, будет плохая центровка. Это отцентрованный инструмент. Что необходимо сделать? Закрепляем. Вставляем, закрепляем, оно само центруется с помощью гайки. Все, теперь оно отцентровалось, и мы ставим, есть в комплекте специальная такая металлическая железка с, ну, с отверстием в середине, не с отверстием, а с углублением, но она мне коротковата, упирается из-за диска сюда в тиски, я поэтому сделал немножко больше. Это просто у меня медный штырь такой. И все, и ставим. В принципе, можно просто ставить не в отверстие, а просто на поверхность. Так будет более точно. Не в отверстие, там углубление, но просто на поверхность. Как видите, его утягивает в одну сторону немного. Вот на противоположную сторону ставим груз. Ну и так, не сюда, сюда. Мало. Берем больший груз. Вот это 50 грамм. Так, сейчас я, чтоб никто никуда не толкал. Вот так. Ну, собственно, все. Смотрите. Ага, немножко утягивает. Поставлю сюда. Немножко наклоняет сюда. Вы смотрите сверху, вам не видно, что он ровно по горизонтали. Немного так. Есть нюанс, у меня сейчас дует ветер. Я сейчас поставлю какое-то заграждение. Ветер сдувает. Сейчас я поставлю защиту от ветра. Так. Ветер влияет на степень балансировки. Ну вот так, смотрите. У меня ровно 50 грамм. Если я поставлю здесь, то статически, в принципе, будет отбалансировано, но оно же на одной стороне, поэтому я беру вот тут по центру и снизу в этом же месте ставлю черточку, и раз у меня здесь 50 грамм, то нужно с этой и с обратной стороны поставить 2 по 25. И в таком случае значит, вот я их 2 по 25 ставлю.
Ага, мало. Вот так вот. В чем состоит суть? В том, что если мы построим с двух сторон, то не будет динамического дисбаланса уже этими грузами. У самого колеса есть динамический дисбаланс. Это другая история. Необходимо его менять, но оно по-другому немножко действует во вращении. Ну а сейчас разносим один здесь, один на другой стороне. Вставляем с этой стороны. Там, где я отметил мелом, вставляю с этой стороны. Проверяем, все ли пошло так, как планировали. Колесо стоит в горизонте. Ну, это вы уже увидите, когда будете делать. Такое устройство можно или самостоятельно выточить, или найти где-то бушное. Чтобы продавалось новое, я не видел. Сейчас вряд ли этим такими вещами пользуются. Но вот статическую балансировку я сделал. Это легко, ну, за 5 минут делается. Но. Пожалуйста, это можно сделать. Динамическую балансировку можно сделать на СТО, можно самостоятельно тоже делать. Немножко сложнее, но можно. Это ваш выбор. Но возможность такая есть. Повторяйте. Еще раз хочу показать это устройство. Оно просто центрует колесо. Просто центрует колесо и все с двух сторон, потому что можно делать еще и динамическую балансировку, но это в другом видео. И вот такое устройство. Очень много других видео на моем канале, в основном это ремонт бытовой техники, ремонт автомобиля, электроинструмента. Подписывайтесь на канал, всегда сможете быть в курсе, как с помощью простых инструментов, это, кстати, относится к сложным инструментам, а как с помощью простых инструментов ремонтировать сложную бытовую технику, все это можете увидеть. Всего доброго, увидимся на канале.